Нормально. Всем привет, ребят, с вами я Вумиронов, и сегодня мы с вами, я вам так и говорил, мы с вами в эту игру больше не будем играть, но я вам в финальной серии говорил, то что про эту игру я сниму еще и секреты, поэтому сейчас я буду секреты. Так. Да. Тут в этой игре есть секреты и пасхалки. Первый секрет за Тейлза находится в уровне прятки от 1, от 1. Мы должны пойти назад, и мы должны возьми вот это, взять вот это. Это жизнь, это наш первый секретик. Да, наш первый секретик была жизнь. Если, например, вы хотя бы в таком-то уровне проиграете, можете еще раз его пройти, если не получилось. Следующий уровень в горячем, можно так сказать. Пожарим. Я в дебат-моде. Все, он пролетит. И смотрите, в это вот нельзя прыгнуть. Вот я тогда упаду. Вот, я не могу прыгнуть. Я дебат модом воспользуюсь, и я увижу Санки. Санки, Эдзе и Тейлза. И если я, например, это, а что если я ему Тольцы дал? Ничего не будет, ладно. Ну давайте, так, блин. А, вот. И если я к нему подхожу, то произносится вот такая фраза. Блин. А, у меня жизнь есть еще. Ну тогда отлично. Я 3 секунды хотела. Ладно. Это был второй секрет. Следующая пасхалка в уровне прятки от 2. Да. Следующий уровень. Следующая пасхалка есть в уровне прятки от 2. Если мы воспользуемся дебат-модом и полетим в самый низ... О, тут, кстати, жизни есть. Нормально. Это я буду полетать. Ну, давайте я вот так вот. Опа. Всё. Жизнь я взял. И если мы полетим дальше вниз, мы увидим... Ой, нет, это вы потом. Вот мы увидим вот этого Удандонатлза. Удандонатлза. Если мы ему дадим... Он, в принципе, не разговаривает, но если мы дадим ему Тольца, то он заговорит. Он нам говорит спасибо очень на это пан. Вот. А если мы, допустим, выберем персонажа Тейлза, он говорит, я реально люблю. А если мы выберем персонажа, допустим, Натлза, давайте сначала Эдмона. Блин, давай. Чё ты, ленив что ли? Говори. Походу, не хочет с этим разговаривать, ладно. А вот за Натлза он точно заговорит. Так, сейчас я выберу Натлза. А, это фраза из серии «Сольте за финал». Да. А если я выберу, допустим, Сони-то? А, понятно. А если металла Сони-то? Ну, за металл Сони-то можно, в принципе, да. А, ну, логично. Ну и давайте мы его положим сейчас на это. Изумруд Хаус. Ну, то есть мастер изумруд. Ой. Понятно. Вот цветок. Лол, ты нашел секретный цветок в уровне, очень хорошо. Ну, спасибо.
Спасибо. Ладно. Теперь давайте сейчас перейду до батмод, чтобы сразу пройти уровень. Так. Ты куда? Вот в тальцо. Алло, в тальцо, давай иди. Все, ему походу пофиг. Ладно, окей. Ты меня уже злишь. Ты меня злишь. Наверное. Куда мне идти теперь? А, я помню, вот здесь он торочит. Блин. Все. Ну давайте я сейчас пройду уровень, в принципе. Ребята, я дошел момента до того, как была дом там. То есть от меня до вот этого, до уровня, где вот этот. Если мы вот так вот облетим его. О, смотрите, золото кольцо. Наверх вот так вот полетим. Все, блин. Где это место? Ой. Минутку. Вот здесь оно? Но здесь у нас лифт. А, вот он! Да, смотрите, смотрите, вот он. Блин. Ладно. Короче. Давайте я выберу персонажа Натлза, если... Ребят, с ним то, что произойдет, если я выберу персонажа Натлза. Смотрите. Нормально. Идеально. Ладно. Угу! Вот это да! А давайте посмотрим, что если желтое кольцо улететь. Ну это не секрет, это просто... Я просто хочу попробовать, что будет. Так, мы здесь за Тел заиграем. Это, понимаю, Донта сейчас будет. А может и нет. Ну ладно, пофиг. Ну, ребят, на этом все. Мы с вами раскрыли все секреты. Все секреты и дрейм. С вами Сезмар Бегинин. Вот. Кстати, ребят, я вот сейчас помню, мы с вами один секрет не нашли на уровне Натлза. Мы тогда идем назад, собираем кольцо, и после этого мы идем еще раз назад, и мы там видим, ребят, Эми, Трим и Салли. Это типа, понимаю, Sony TZ, наверное, раунд 2. Но эта игра еще не вышла. Игра, кстати, будет называться The Ultimate Sniper. Тогда Салли, The продолжает. Ладно. На этом все. Всем пока.